Ой, что-то не так. Сию секунду, сейчас исправлю. Детектив Норман, можно мне сесть за ваш столик? Простите за задержку, мне не хотелось, чтобы кто-нибудь меня заметил. Понимаете? Что вам принести, сэр? Только кофе. Сию минуту. Я не привык сидеть за одним столом с такими, как вы. У меня к вам деловое предложение, детектив. Я не бизнесмен. А если бы даже был им, то не стал бы вести дела с людьми вроде вас. Я тоже редко имею дело с людьми вашего сорта. Но мое предложение особенное. Это будет полезно вам, вашему начальству и мне самому. Речь идет о чем-то вроде сделки. Сделки?
Ну, скажем, я занимаю высокое положение в одной не вполне легальной организации. Об этой организации ваши люди очень хотели бы знать больше. А у меня, с другой стороны, есть причины не хотеть... Ваш кофе, сэр. Спасибо. У меня есть веские причины желать, чтобы меня больше не причисляли к этой организации. Из этого дела очень нелегко выйти, вы понимаете? Думаю, что понял, откуда вы пришли. Ваша голова потяжелеет на пару пуль, если вы быстро не исчезнете, так? Это не единственная причина. У вас есть дети, детектив? У меня жена и дочь. И я не хочу, чтобы у них были из-за меня неприятности. Да, но я не собираюсь просто так взять под защиту бандита-макаронника. Вам нужно было подумать о своей семье раньше, поскольку я... Конечно, конечно. Слушайте, это ведь не за даром. Мы можем договориться. Вам что-нибудь говорит имя Сальери? Сальери? Чертовски много говорит. Вы как-то связаны с ним? Можно и так сказать. Я работал на него несколько лет. Теперь он хочет устранить меня. Если вы защитите мою семью, я расскажу все, что знаю. Имена, даты, банковские счета, все. Хватит, чтобы его засадить до конца жизни. Я не Санта-Клаус. Чтобы обратиться к шефу, мне нужно уже сейчас знать все. Я должен быть уверен, что в суде вы расскажете тоже. Конечно. Если вы не торопитесь, я расскажу вам обо всех делах, в которых я участвовал за эти годы. Ладно, у меня есть время. Я слушаю. Одно время я работал таксистом. Несмотря на то, что приходилось работать день и ночь за гроши, у меня хотя бы была работа. Это были тяжелые времена, и многим приходилось похуже, чем мне. Как раз такси и стало причиной моего знакомства с ребятами Сальери. У меня был перерыв. Я только что поставил машину и вдруг услышал звук страшного удара. Сэм, ё-моё, в меня попали! Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться оттуда. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне башку. Шевелись, давай! Куда едем? Куда угодно. Быстрее, черт подери, быстрее. Еще быстрее, чем Сэм. И я рванул. Чуть не оставил покрышки на дороге. Только бы убраться подальше от джентльменов, которые преследовали моих новых клиентов. Теперь слушай внимательно. Нам так, нужно стряхнуть, поставить... короче, всем привет, МЛУ. Добро пожаловать на канал ТТО. Так. Мы начинаем тут такую игрушку под названием «Мафия 2002 года». Кратко обо мне, меня зовут Влад. Так, тихо, тихо, ну успокойтесь, дайте мне тут с людьми поговорить. Можете немножко подождать? Тут клюнь, уже едут. Давай сюда, вот. Получай. Да, получай. Так, кратко обо мне, меня зовут Влад. Живу в Германии. На мой канал есть немецкое прохождение, если кто-то знает немецкий язык, заглядывайте, оцените. Так, а мы сейчас немножко... Надо концентрироваться немножко. Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Господи, давай, у них машина фоксированная, да? Машина фоксированная. Вот она слегка догоняет. Я не хочу умирать! Так. Медленнее трамвая. Давай сюда. Шевелись, если хочешь сюда. Спасти свой зад. Так вот. Быстрее. Идем так. Давай.
Вот трамвай. Трамвай с какой стороны? С этого стороны. Резнешь? Да нет, блин. Да, блин. Ты чё? Да чё? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Жёстко, жёстко. Очень жёстко. Это не то, что ремейки. Первый преследователь, блять, как называется слово, еще, который преследует вот первого, слегка оторвались от ремейка. А здесь, блин, цепились как клещи, блин. Хрен отцепишь. Да, ты что, блин. Ты не можешь чуть побыстрее? Да я пытаюсь, блин. Ты не можешь чуть побыстрее? Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Так, 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 так. Да? Ну, блин. Не оторваться, быстрее. Конечно. Я пытаюсь, но я не привык так быстро ездить. Не привык так быстро ездить, еще ты говоришь, какой здесь быстро ездить, блин. Да не вон быстро ездить, да что ты, блин, поделаешь. Я не привык так быстро ездить. Мы же почти не едем, Томми, ты что говоришь, блин? Хочешь заработать дырку в голове, а? Нет, не хочу, это неудобно как-то с дыркой в голове. Так, опять обгонять. Только давай к него давай. Блин, там нос закрыт. Ну-ка, давай сюда. Мы тащимся. Пойдем сюда. Я пытаюсь, но я не привык. Тихо, 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 заносит как бы сюда, блин. Да, машина очень тяжелая в этой игре. Че, оторвались? Да неужели? Ну, слава богу. Да, там есть такая это. Хитрость. Где-то отлично. Рядом. Все путем. Все путем. Работа, где-то рядом там такие ступени залезли, есть. Я покажу дорогу. Ну, там типа вот, вот Арио играешь, да. Или. Ну, ты наезжаешь на эти ступени, машину так наверх подбрасывает, если ты станешь на колеса все зашибись. А твои преследователи. Там с ними ничего не зашибись не будет. Ой, извиняюсь. Так, как заметно, да, я поставил такую модификацию, которая улучшает немножко эффекты и текстуры. Также и текстур машин. Ну, если там кто-то будет против, скажешь только, вот ты что там замутил, ну-ка давай нам оригинальную. Без проблем, я потом уберу. А так, ну, думаю, красиво. Ну, такая не пойдет, да. Айнглиш это немецкое слово. Да. Если что, да, с детства живу в Германии. Русский не всегда так хорошо получается, русский язык. Так что, если что-то они будут так говорить, не следите строго. Так, что-то, я думаю, камера немножко слишком далековато, может, вот так, думаю, намного лучше, да? Так, а мы вот и подъезжаем к бару Сальери с нашими новыми друзьями. Надеюсь, никто не будет против, если будут такие вот поездки там пропускать. Я думаю, слишком скучно будет. Сэм тебе кое-что передаст от мистера Сальери. Спасибо за помощь. Да не за что. Бабки гоните, а? Куда пошли? А, сказали подождать. Ладно, ждем. Да, покурить не помешало. Чё зыришь, блин? А ты чё зыришь?
мистер Сальери хочет поблагодарить тебя. Мы с Полли присоединяемся. Это в качестве возмещения за испорченную машину и в знак благодарности. Да, конечно, спасибо. Передайте поклон мистеру Сальери. Мистер Сальери хочет, чтобы ты знал, что он очень признателен. Если тебе что-нибудь понадобится, можешь прийти и попросить о помощи. Мистер Сальери не забывает друзей, которые помогли ему в трудную минуту. Если хочешь, мы бы могли найти для тебя работу здесь. У нас всегда есть место для хорошего парня вроде тебя. Ладно, ладно, я подумаю над этим. Спасибо. Правда, спасибо. Я лучше поеду, проверю машину и все такое. Хорошо, я понимаю. Обдумай мое предложение. Я надеюсь, ты понимаешь, что все должно остаться между нами. Будь осторожен, парень. Да. Катсцены не хотелось бы перебивать. Вот я молчу, когда идут катсцены. Иногда могу что-нибудь сказать. Когда я открыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Там было куда больше, чем стоил ремонт машины. Но я даже и думать не мог об их предложении. Я не хотел иметь дело с преступниками, будь у них хоть все деньги в мире. Лучше быть бедным, но живым, чем богатым покойником, верно? Я собирался починить машину и как можно скорее забыть об этом деле, но, как любила говорить моя мама, никогда не знаешь, что Господь припас для тебя. Бегущий человек. Эй, вы не могли бы подбросить меня до церкви в деловом районе? Ладно, ладно. Конечно, есть бабло, а то я знаю вас, блин. Подбросишь, а потом не заплатите, блин. Как вы, как это называется? Кидалы, блин, вот, ну, вроде то слово, да. Если что, поправьте. Ты возишь, рискуешь, потом берут и кидают тебя. Вы ведете машину, как сумасшедший! Вам не страшно, правда? Я есть сумасшедший, что-то где-то на втором, на третьем острове, но, ну да. Ладно, приключу-ка я камеру. Вот так все равно лучше. Да нормально! Вы ведете машину как сумасшедший! Нет проблем. Я же сказал, есть сумасшедший. Ментов нет, значит, все заебись. Так, сюда направо, да? Или следующий направо? А следующий направо. Вот сюда вот направо, да? Че? Do not enter. Для чего закон? Чтоб их нарушать. Вот нарушу закон, блин. Я не туда заехал. Ну ладно, найдем еще путь. А, вот и церковь. Все нормально, видишь. Доехал уже. Доехали. Ладно, остановитесь здесь, возле лестницы. Ладно, ладно. Возле лестницы. Тебе еще в церковь, наверное, заехать, а? Выходи, давай. Спасибо, вот вам за проезд. Я не так парковался. Что у нас следующий? Вы свободны. Мне нужно в больницу, Юар. Нет проблем. Больница Нью-Йорк. Это же в этом же городе, да, острове. Где-то в севере, там наверху. Очень наверху. It's north. Так, вот сюда вот можем направо, да? Потом следующее налево, что ли? Типа того. Да, вот так вот. Давненько я не играл эту игру. А, если кого интересует, да. Хорошо, хорошо. Ой. С меня довольно, друг мой. Остановитесь, я выхожу. Ты чё, слушай, царапина, ладно. Спасибо, вот вам за проезд. Вы свободны. Мне нужно в больницу, Юар. Нет проблем. Так, что я хотел сказать. У нас тут небольшой акцидент был. Только мелкий. Ну, поцарапал машину немножко, но...
короче, запаниковал сразу. Я сам не пойму, что паниковать. Я так каждый день на работу еду. Ну что там? Никто не паникует. Коллег не паникует. Я тоже на работу себе беру. Вместе работы. Ничего же. Вот. Темно-зеленый был. Наверху темно-зеленый. Я уже начинаю волноваться. Да не волнуйся ты. Понял, знаю, что делаю. Так, если кого... Что я хотел сказать? Если кого интересует, параллельно буду проходить такую игрушку под названием Axe Fatalis, тоже на русском языке. Первую серию я уже сделал. Так, на пробу. Мне нужно было доехать до больницы, а теперь придется туда лечь. Хорошо, хорошо, с меня довольно двух. Остановитесь, я укажу. Мне трамвай не пропустил. Спасибо, вот вам за проезд. Так, вот опять этот трамвай. Сейчас доедем до больницы, наконец-то, этого больного. Так, довезли мы наконец-то. Высадите меня прямо перед входом. Ну-ка, ну с дороги ты там. Встал, стоит, блин. Что, довезли мы наконец-то вот этот наш клиент до больницы. И берем следующий клиент. Спасибо, вот вам за проезд. Спасибо. Ух ты, это же на это похоже. Мне повезло, что вы здесь. Мне нужно доехать до театра на Центральном острове. Езжайте через мост Джулиана, так быстрее. Ладно, ладно. Это же это, Сара, да? Ладно. Поедем в театр. Ну тихо, блин, что ты с ума сходишь? Сходить с ума, ты что стал, блин? Или там светофор был? Я не вижу. Как тут это? А, ну-ка. Ну куда ты? Ну не видите, что я тут еду, а? Ну что у вас, для вас что ли? Пешеходная дорога, что ли? А. Ну да. Тогда скажем по-другому. Не видишь, что сумасшедший едет? Если я такого сумасшедшего бы увидел, блин, на прохожей дороге, пешеходной дороге, блин, я не знаю, блин. Убежал бы, смотался бы нахрен. Все нормально, все под контролем. О! Езжайте осторожнее. Это здесь. Высадите меня там, на углу. Так, вот, следующий. Держите деньги. До свидания. Добрый день. Отвезите меня в Хобокин, в бар Помпео. Конечно, садитесь. Бар Помпео. Помпеи. Бар Помпео, Хобанки. Или как в Ремике это район называется? Хольбрук. Хольбрук. Хобокин. Ну, короче, там где... Похоже, район нищих, типа того, или криминальных.
Я думаю, каждый здесь уже в этом же месте путь сокращал, да? Это самое востребленное. Возьмите за руль. Вам не страшно? А я так за руль не вижу, как мы летим, блин. Главное, чтоб ты не опоздал. Видишь, все для тебя делаю. А ты тут еще чем-то недоволен тут. Закон аж нарушается только ради тебя. Ну ты куда плюшь? Ну, так, где-то здесь, да? Держите, оставьте сдачу. Ух ты, а сколько, вот интересно, сколько мне дал? Вот почему здесь не показывают никакие цифры? Ну ладно, в этой мне игре нужна не, карта деньги стоянки не... возле универсального магазина в маленькой Италии. Довезете? Нет проблем, садитесь в машину. Ну давай, довезу. Да, здесь это... Поедем в этой... через мост Джулиано, а потом в тоннель. Это самая игре мафия. Дорога. Деньги не играют роль. Здесь просто тебе рассказывать. Томми свою историю. Я чуть было не сломал себе челюсть. А там всего лишь маленькая ямка была. Ты че? Чё бы челюсть не сломал, прикинь? Я сказал по мосту Джулиано. Вы что, не знаете, где он находится? Да я тебе назвал, сейчас по-другому поеду, блин. Ладно, поехали, Джулиано. А я куда еду? Ты че, этот город знаешь? Надо сперва сюда заехать. Потом вот сюда вот. Здесь вот направо. Хочешь, вон, возьми поезд, блин, а? Сейчас едем в Джулиано. О, а там у нас полицейский, надо немножко аккуратно с ним. Тихо, трамвай, тихо, тихо, будь тихо. Так, вот сейчас давайте их так вот обгоним. О, светофор. О, сейчас вот 40 миль в час с этим же скоростью мы их обгоним. Также мы ничего не нарушаем, да? Ничего себе не гонять. Эй, вы сам... Я вот тут 40 миль в час еду. Смотри, как они едут. Намного быстрее, чем я. Да-да, тормози, тормози. Что, можно газ давать, да? Давай попробуем. Так, а мы вот, собственно, и подъезжаем уже к цели. Пока. Я первый, блин. Как-то вот так вот, да? Этого нормально. Должно хватить, возьмите деньги. Давай. Надо было выпить кофе. Да, вот, блин, вот кофе, да, он правильно сказал. Вот сейчас я тоже себе, сейчас вернусь, я себе тоже кофе возьму. Я отхлебнул кофе в машине и расслабился. В ожидании, пока появится очередной клиент. Я заметил, что стою недалеко от бара Сальери. Господи! Попался, крысенок! Мистер Морелло сердит на тебя? Мы хотим преподать тебе небольшой урок, чтобы ты запомнил свое место. Эти ублюдки запомнили номер моей машины и использовали его, чтобы выследить меня. Луи подправит тебе портрет. Это нормальный портрет. Ну-ка. Бежим отсюда нахрен. Какие-то недовольные клиенты. Что за Морелло, блин?
Так. Бегущий человек. Мне нужно уносить его. Сам я не смог бы справиться с этим вагоном. Я сказал себе, что мистеру Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарным. Бар Сальери был немного дальше по улице. Увидеть его было бы куда приятнее, чем получить бейсбольный битый по голове. А я не пойму, вот где музыка? Здесь же музыка была. Стим, ты что, шутишь, что ли? Верните музыку. И что мне умирает, потому что музыки нету. Как он без музыки так может бегать, а? Нету музыки. Еще раз. Я отхлебну. Так. Музыка стоит. А где музыка? Может, громче сделать? Звуки нормально. Хотя музыка слишком громкая была, когда вот в начале игры, да? Как громче делать тут? Или вообще выпилили, блин, вырезали. Речь с ним. Ну да ладно. Ну, кофе в машине. Реши его! Хватит терять с ним! Так, так, так. Бежим, бежим. Ясно, что мне нужно носить его. Сам я не смог бы справиться с этим потом. Я сказал себе, что мистеру Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарным. Бар Сальери был немного дальше по улице. Увидеть его было бы куда приятнее, чем получить бейсбольный бибик по голове. Блин, какие они меткие, блин. Точные. Тихо, тихо, Томми, вот чё ты, а? Не надо. Мне ещё она нужна. Да, блин. Да, сюда, сюда. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Ух ты, блин. Так, чё слышишь, блин? Ну-ка, 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 ну-ка. Там туда бегать нельзя. Там тупик. Это я еще знаю, помню. Ну, эти шпана хотят мне бошку разбить. Ну, что спокойно, курит спокойно. О, очнулся. Так, сюда, 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 сюда. Здоровье, 34. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Здесь секрет. Так, 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 так. Никого нету, никто не едет. Никто не сбьет. Фу, добрались. Бабах. Два трупа. Просто так. Вот, вот там огромными буквами написано. Сальерис был. Вот нахрен они туда сошли. Вон, Сальерис ресторан. Везде стоит. Табличка большая на улице висит. Нет, давай зайдем. Ладно, это наш противник. А что будет? Зайдем и все узнаем. В тот раз парни Сальери спасли меня, но я оказался в очень неприятной ситуации. Я расплатился за ремонт машины, но мой босс не хотел иметь дело с теми, кто попадает в неприятности. Это вредит репутации. Когда я увидел, как шикарно одеты ребята Сальери, я подумал, что работать на него не так уж плохо. Кроме того, мне нечего было терять. Морелло охотился за мной, поэтому оставаться таксистом было опасно. И перспектива получать деньги Сальери была не такой уж безрадостной. Как я обычно говорю, лучше помирать молодым и при деньгах. А до этого он совсем другое говорил. Лучше бедным. Ну, долго, да, жить. Так, ну на этом мы пока закончим. Если тебе понравилось видос, поставь лайк. Если тебе вообще не понравилось, скажешь, вот что ты за хуйня, поставь дизлайк, ничего. Я не обижусь. Наоборот, буду стараться лучше делать. Если тебе контент нравится, подпишись. А если ты уже подписан, думаешь, вот ты уже совсем отстой, то можешь отписаться, никаких проблем не будет. Да. Никаких проблем, короче. Да, поставь комментарии под видео, дай мне советы. А мы увидимся на следующей серии. До встречи, давайте.